У меня сильно дрожат руки. Я чувствую в плечевом поясе дрожь, тревогу, напряжение. Я принял побольше лекарств, чем обычно. Рецепт у врача, которые у меня остались. Что-то все равно не помогает. Я рисовал портрет Ван Гога или автопортрет Ван Гога. И вдруг он позвонил, я сбросил. Мне и так тяжело. Так. Где нужно? Я не могу найти метропролол для сердца от тахикардии. Кто же его мог деть? Здесь нету. Ну, я часто теряю самые простые вещи. Это мешает мне даже в творчестве. Сейчас я приступлю к рисованию пейзажей. И я надеюсь, что потусторонний мир поможет мне. Создать такой прекрасный пейзаж, который будет излучать гармонию изначальную. Изначальная первобытная гармония. Изначальная первобытная сила. Тот, кто ответственен за первоначальную, первобытную силу, тот, кто первоначально ответственен за изначальную силу первобытную. И тогда же была гармония музыкальная. Мир создан был из музыки, из цветов, картины. Тело, короче, не может отойти от стресса. Дрожит все. Ну, в основном плечевой пояс и руки. Это был выговор мне со стороны того мира о том, что я должен больше уделять времени рисованию. Потому что они видят. Я их не вижу и не слышу, но они видят и слышат, что я делаю. Потому что я играю в танчики в эти, в перерывах, когда подзаряжается там, или просто с утра, чтобы прийти в себя. А я должен перестать это делать. Я должен полностью посвятить себя скульптуре, скульптурным произведениям на бумаге. Каждый новый бой и новое поражение. Я падаю все ниже и ниже. На платформах меня ждут новые. Это как в фильме «Платформа». Там меня ждут все новые и новые противники, но я все равно продолжаю бороться за искусство.
ради потустороннего мира. Меня ждут противники в потустороннем мире. Когда я рисую, я дерусь с боксером, прикладывая огромные усилия пальцами рук, руками, стирая пальцы в кровь, бывает. Я не одерживаю победы, но иногда у меня получается вмазать противнику, но все равно я проигрываю каждый бой. По итогу рисования новой картины. Еще активировалось вот это вот давление извне, из этого мирка. Это значит, что мне сделали выговор. Начальник, мой начальник из неземного мира, имя его, сделал мне выговор, я исправлюсь. Я буду рисовать, я не буду играть в танки. Я буду рисовать от сердца, хоть оно у меня надломлено. Я не могу даже найти метропролол, это от тахикардии. Мне очень плохо, тревожно. Я чувствую слабость, усталость. Я нарисовал, но мне нужно еще рисовать, пока есть свет солнечный. Ни на что не отвлекаюсь. Получая только 0 лайков, просмотров там. 2,5, 3,5. Пью зеленый чай. Он, конечно, некачественный, дешевый. Сейчас буду рисовать. Я знаю, что ничего не получу за это, кроме давления еще большего ухудшения. Все будет хорошо. В потустороннем мире все будет просто очень хорошо. Спасибо, начальник, за то, что помог мне, дал знак.